Надя, уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, ритуал работает один раз? Например, сделала ритуал на замужество, встретила мужчину, не сложилось. Повторив практику, будет ли работать ритуал повторно? Да. Ритуал это ежедневно, ритуал необходимо выполнять, пока не исполнится. Скажите, пожалуйста, когда будет работать тренажер по здоровью? Мы работаем над этим, немножко нужно потерпеть. Пожалуйста, объясните. После последнего марафона все с ног на голову, здоровье ухудшилось, как на пороховой бочке, стопор в обучении не идет, никак не могу продолжить. Спасибо, ученик школы. Необходимо еще раз посмотреть данный марафон, его второй день. И вот этот второй день, там где есть утренняя медитация, где нужно засыпать, ее попроводить на протяжении одной недели. Не готовы в большинстве своем люди к тому, чтобы я изменял их судьбу. Вам необходимо пустить свою судьбу как бы так, чтобы она просто плыла. Старайтесь как можно больше испытывать состояние радости. Тогда энергия, которая вложена в то, чтобы ваша жизнь изменилась. Помните, я ставил программу, чтобы вы стали богатыми и здоровыми. Чтобы она изменилась в сторону богатства и здоровья. Эта энергия начнет реализовывать те события, которые поставлены в виде программы. То есть произносите себе на протяжении дня следующие слова. Я рада и счастлива от того, что рядом со мной там близкие. Я рада, что у меня есть что покушать. Я рада, что я проснулась. Я рада, что я смотрю. Я рада, что я поел. Я рада, что я лежу. Я рада. И вот без конца это делайте. Учусь делать сайт со своим блогом. Подобрала доменное имя по семинару построения кодовых заклинаний. Можно создать и использовать талисман по доменному имени как логотип своего блога. Да. Можно, пожалуйста. Есть семинар, который называется «Символы Sunshine». И там в этих символах Sunshine есть символы для привлечения, чтобы человек стал очень богатым человеком. И один из наших учеников взял этот символ и поставил как логотип его направления, какого-то бизнес-направления. И что он сделал? Он совершил ошибку. Делать этого ни в коем случае нельзя. Почему? Это символ привлечения в жизнь денег человеку через его энергетический кокон. Но если его установить в виде символа, который будет символом его бизнеса, то этот символ будет забирать энергию денег у того человека, который нарисовал этот символ, и отдавать тому человеку, кто будет на него медитировать. И что он сделал? Я могу поставить его символ, допустим, перед собой и начать работать с этим символом, забирая у него энергию денег напрямую. А скажите, это же нехорошо? Ну, конечно же, нехорошо. Если это символ денег, то это символ денег, а не аббревиатура его бизнеса, который должен принести материальное благополучие. Вот в чем дело. Вот где, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, где собака порылась. Да, у нас Михаил Сергеевич Горбачев говорил очень много интересных слов, таких смешных. Он говорил, это единственная возможность свести концы с концами. Вот о чем он говорил.